Всем привет! Добро пожаловать ко мне на канал. С вами Аня. И у нас сегодня будет распаковка сайта Яндекс.Маркет. В последнее время очень много стало там заказывать, поэтому решила сделать для вас отдельные видео, отдельные ролики. Как обычно, все ссылки найдете в описании под видео, в первом закрепленном комментарии и в моем телеграм-канале. Все ссылочки дублирую там. Все свои соцсети, где вы меня можете найти, на YouTube, Рутуб, Дзен, Контакт. Все это я оставляю в описании под видео, так что заходите, подписывайтесь. Буду всем очень рада, так что не теряйте. А сегодня будет небольшое видео, будет немного покупок, но будут интересные очень товары, которые точно могут пригодиться. И по поводу Яндекс.Маркета, хотел сказать, в моем городе у меня нету пункта выдачи. Мои покупки приходят ко мне в Постамат, в Пятерочку при заказе. Когда вы заказываете на Яндекс.Маркете, там можно выбрать. Бывает, курьером привозят, бывает на почту, DPD или Постамат Пятерочка. Так что, если у вас вдруг нет в городе пункта выдачи Яндекс.Маркет, не переживайте, все равно можно заказ оформить, и вам придет ближайший к вам пункт выдачи. Ну что, теперь начнем нашу распаковочку. Поехали! Первое, с чего хочу начать, это покупка для дома. Такой вот набор новый взяла нам в ванну, который состоит из 4 предметов. У меня тут 2 уже, благополучно мы пользуемся. Дозатор для жидкого мыла, стаканчик, мыльница и такой стакан-подставка с разделителем для щеток зубных и зубной пасты. Все это выполнено в таком вот сером цвете, прямо под наш стиль, в нашу, для нашей ванной комнаты. Все это выглядит красиво, эстетично и пользуется удобно. Мы уже, говорю, как я и сказала, вовсю пользуемся. Набор пришел в очень хорошей упаковке, а в коробке, в двойной коробке было множество пупырки, поэтому все пришло целое. Читала в описании материал, такое ощущение, знаете, что выполнено типа керамики, но это, как в описании указано, полирезина. Полирезина — это материал, он устойчив к разным перепадам температуры и высокой влажности. В общем, этот набор идеален для того, чтобы находиться в ванной комнате. Очень стильно смотрится, красиво, он удобен. Мне понравилось, что в мыльнице есть такая вот ребристая поверхность, то есть мыло не будет закисляться, потому что у нас в предыдущем наборе не было такой мыльницы, он просто лежал, а дети, знаете, сами понимаете, моют руки не очень всегда аккуратно, и там много воды, и постоянно мыло находилось в воде, не очень мне это нравилось, не очень было приятно его брать после этого. Здесь таких проблем не будет. Красиво, стильно смотрится, удобен в использовании. Дозатор на жидком мыле работает хорошо. В общем, я этим набором очень осталась довольна, красивый. Обошелся у меня в 2300 на выбор на Яндекс.Маркете. На самом деле в таком вот стиле, в сером, под бетон, под камень, полно. Мне приглянулся очень сильно вот этот наборчик. В общем, я осталась довольна. Следующее, что хочу вам показать, это еда, это конфеты. Они настолько вкусные в магазинах. Эти конфеты у нас лично в городе нету, их нигде не найдешь. Там привезли нам с детками родители мужа. Они в другом городе живут, они у себя там в местном магазине купили. Настолько нам понравилось эти конфеты, они идут здесь типа со скорбинкой, кисленькие, а с другой стороны у них двусторонние, сладенькая карамелька. Я сейчас вблизи все это сниму, вам покажу. И такое сочетание вкусное получается. И я их нашла вот на Яндекс.Маркете, заказала, и теперь, наверное, буду постоянно их заказывать. Я взяла в объеме 500 грамм. Называются эти конфетки Smile Candy, со скорбинкой, так и называются, леденцы со скорбинкой. Карамельки здесь много разных вкусов. Здесь ассорти идет лимон, арбуз, манго, клубника. Они выглядят, конфетки, очень симпатично в виде смайликов. Конфетки небольшие, они размером с монетку. Получается, с одной стороны карамелька леденцовая, а со второй скорбинка со смайликом. Очень необычный вкус. И взрослые, и дети у нас оценили. И мальчишки у нас в восторге, и мы с мужем тоже, в общем, нам они очень понравились. Каждая конфетка получается запечатана, и здесь я взял в объем 500 грамм. На выбор, кстати, есть еще в пачке килограмм. А вот этот пакетик в 500 грамм мне обошелся в 600 рублей. Конфеты супер, попробуйте, очень вкусные. Следующее, что взяла, это для Машули, приходит в таком пакетике. Еще в одном пакете все это вскрыла. И это вот такие вот нагруднички, слюнявчики, в такой вот в красивой форме, настолько мне понравилось, решила, не устояла, заказала. Сейчас, так как мы Машульку уже давно прикармливаем, у нас обычные слюнявчики с ней на завязочках, я решила взять в такого плана на резинке. Мне кажется, удобно будет. Надел и красиво смотрится. Посмотрите, какая прелесть. Для девчонок вообще милое дело. Здесь в комплекте идет 2 слюнявчика, нагрудничка, один
с животными в цветочек и второй розовенький в горошек. Они хорошо форму держат, такие получаются как кружевные, мне напоминают. Расцветки красивые. Что понравилось еще, то что они очень быстро и легко надеваются, так как здесь получается посередине резиночка. И защищают малыша во время еды. Мы их уже испытали, они быстро сохнут, легко стираются, при этом не теряя форму, цвет. И они непромокаемые. Они выполнены из такого, знаете, мягкого, натурального хлопка. И с обратной стороны такая махровая ткань. Ребенку будет в таких вот слюнявчиках, в таких нагрудничках очень комфортно. Так как они на резинке, мне кажется, такого плана подойдут и для новорожденных, когда вы кормите, да, смеси, для малыша уже постарше, как в нашем случае. Так как горловина, она мягкая, она хорошо тянется, тем и тем будет хорошо. Особенно удобно, у нас Машулька очень шустрая. Попробуй ей завязать, там не всегда получается, поэтому тут на резиночке, оп, быстро надела, и все, очень удобно. Такие слюнявчики, они не только функциональные, но и эстетичные, очень красиво смотрятся. Я прям довольна осталась. Брала за 600 рублей, на выбор еще разные варианты других расцветок. Ищите, смотрите на Яндекс.Маркете, выбор большой. Мне понравился именно такой план. Прям девчачьи-девчачьи такие расцветки. В общем, нагруднички классные. Можно, кстати, взять и в подарок, у кого есть девчонки маленькие. Следующее, что покажу, это батарейки Duracell. Здесь они приходят в такой вот картонной коробке. Она немного пришла тут порванная. Ну, в общем, самое главное, здесь все в комплекте, все батарейки, их здесь 12 штук. Мне кажется, батарейки, что нужно в каждом доме, особенно если дети, потому что постоянно какие-то гаджеты, постоянно куда-то надо эти батарейки в игрушки, в пульты, еще куда-то. В общем, такой расходник прям. Такие вот батарейки, 12 штук, на выбор есть еще варианты поменьше, по 4. Этот набор я взяла где-то за 860 рублей. Отличные батарейки. Я думаю, Duracell батарейки все знают. Следующее, что вам хочу показать, это вот такой вот поднос на диван. Поднос даже, как он, да, написан. Но вот такая вот стоечка на диван, на подлокотник кладете, если у вас, да, например, диван мягкий, как в нашем случае, и можно чашечку кофе, чай поставил, и не переживать, что упадет, разольется. Пришла доска, как видите, она запечатана, и она, кстати, пришла в коробке, я ее уже вскрыла, сразу проверила, да, что все было целое. И эту доску я взяла из магазина IKEA. Там есть икеевский магазин на Яндекс.Маркете, но там не весь ассортимент, но что-то можно интересное найти. И вот так эта доска выглядит, такая достаточно большая, широкая. Идет размером 3, в длину 37 сантиметров, в ширину 65. Цвет черный. А мне кажется, она в любой интерьер впишется. Смотрится она, конечно, классная. И она действительно очень удобная. Для комфортного отдыха, да, подойдет на диване. Можно поставить, там, не знаю, тарелочку с каким-то десертом, либо с чашечкой чая. И смотрится стильно. А выполнена она из бамбука. А с обратной стороны это хлопок стопроцентный. Ухаживать легко. Можно какой-то влажной тряпочкой протереть, да, если вдруг, не дай бог, разольете что-то, и все. Поверхность достаточно жесткая, то есть чашка кофе, пульты, они уверенно стоят на этой подставке. То, что упадет, можно не переживать. Смотрится классно, мне понравилось. Брала за 1550 рублей, где-то так я брала. Ставка очень осталась довольна, классная. Следующее, что хочу вам показать, это гантели. Брали нас Саша очень сильно давно хотел себе гантели. Мальчишки растут, надо ему качаться, как он говорит, банки качать. Так вот, у меня муж нашел такие две гантели, которые превращаются в одну большую. Забыла, как называется. Очень удобно, то есть открутили, можете гантельками двумя пользоваться, прикрутили, одной большой штангой можно пользоваться. И можно регулировать вес. Эти блины можно отсоединить, можно присоединить, очень удобно. Пришла она в коробке, было все запечатано. На почте еле-еле подняли, когда муж у меня забирал. Думали, что это там такое, кирпичей наложили. В общем, исполнение гантели самой и блинов этих отличное, все хорошо выполнено. Это называется гантели-трансформер. Штанга, она идет 15 килограмм, то есть получается две гантели по 7,5 килограмм. Собирается все легко, ничего сложного. Здесь в комплекте идет блины 4 штуки по 2 килограмма и 4 штуки по 1,5 килограмма. Гриф сам гантельный 2 штуки и гриф для штанги идет. Можно собирать по-разному, есть различные варианты сборки. На карточке продавца вставлены, то есть как можно их собрать. Легко собирается, никаких сложностей нет, дети сами справляются. Выполнены диски из пластика, пластик очень хорошего качества. Мне, кстати, это очень понравилось, что он не пластиковый, а не железный. Да? Не дай бог, всякое бывает, вдруг упадет или еще что-то, да, не так сильно будет больно. Грифы для штанги и сам гриф гантельный, они идут с покрытием из
из неопрена, очень удобно держать, мягко, комфортно. В общем, набор супер этих гантелей. Очень здорово, что он разборный, да, можно заниматься так и так. В общем, советую, присмотритесь своим мальчишкам, своим сыновьям, мужчинам, может, у вас мужья занимаются. Мы остались очень довольны. Санька в восторге. Он давно хотел такую штангу, гантели. Где-то около 2000 стоил у меня этот набор. 1900, как-то так, в общем. Набор супер. Следующее, что покажу, это вешалки. Вешалок много не бывает. Одежды у меня много. Люблю, чтобы каждая вещь висела на отдельной вешалке. Поэтому постоянно докупаю. Люблю такого плана вешалки. Они тоненькие, металлические, цельные. И полностью покрыты в таком, знаете, силиконовый, прорезиненный какой-то материал. Или что-то, не знаю. Не скользит вещь вообще. Очень удобно. Если имеются такие выемки, что-нибудь повесить на плечики. В наборе идет 10 штук, брала за 370 рублей. Также по ссылке есть на выбор и другие варианты. Там вот у меня 10 штук, есть 30 штук, 20 и 50 штук. Отличные вешалки. Так, следующее, что с вами посмотрим, очень полезный и нужный гаджет. Гаджет так, для дома, это водонагреватель. У нас каждый летом, каждый год на 2 недели отключают горячую воду. Очень неудобно греть кастрюльки. Прям мне это прям напрягает очень сильно. В этом году хотела уехать к маме на именно сезон, но не получилось из-за того, что очень сильно у меня Сашуля заболела, чтобы нам не контактировать, мы приняли решение, что они пока будут сидеть у бабули, у одной, у второй. Поэтому так получилось. Поэтому мы купили водонагреватель, мне подруга посоветовала. Очень удобно, особенно у кого есть маленькие детки, да, у вас нету бойлера, либо нету негде его присоединить. Вот такие вот переносные, вот такие портативные, не знаю, как сказать, да, проточные водонагреватели. Приходит все в коробке. Единственное, да, сразу предупрежу, мы его уже подключили, напор не сильный, вода не кипяток, она такая теплая. Ну, знаете, принять душ, там, я не знаю, ребенка грудного помыть, там попу полностью, да, просто сполоснуть. Вообще супер, милое дело. Он идет электрический, этот водонагреватель. Он очень легко устанавливается. Муж у меня справился без проблем. Есть все инструкция, все есть. Он идет на 3,5 киловатт мощность и подключается в розетку. Здесь в комплекте идет насадка на кран, насадка на душ, переходник, крепежный набор. Здесь он имеет 3 уровня мощности. Подключение воды идет снизу, вертикальной установкой. И здесь идет двойная защита. Защита от перегрева и защита от сухого нагрева. Мгновенно нагревается. Вода проходит через вот эту нагревательную колбу. Она изготовлена из пластика. Пластик это термостойкий, в которой расположены нагревательные элементы. Максимальная температура нагрева идет 40 градусов. Также можем регулировать температуру воды. Переключатели идут в виде кнопок. А у кого также нету бойлера, у кого также отключают воду, советую, очень удобно. Но берите водонагреватель на 3,5 киловатт, так как мы с мужем уже взяли на 5 киловатт. Он не подходит в квартиру, потому что для него нужна отдельная розетка. Поэтому если у вас изначально вы не предполагали, что у вас будет водонагреватель, да, не берите. Берите 3,5 киловатт. Этого, к сожалению, сильно, да, там горячей воды вы не ждите, да, просто будет такой. Душек будет с теплой водой, но помыться, принять душ. Там. Брала этот водонагреватель за 2700. Следующее, что с вами посмотрим, это я заказала мох стабилизированный зеленый. Приходит в такой вот коробочке. У меня в ванной комнате, я очень давно еще покупала, кашпо с зеленым мхом. Еще на Валбересе, помню, в свое время. Он идет в комплекте. Там был у меня вазочка, и в комплекте шел этот мох. Так вот, этот у меня стоит, она, если не ошибаюсь, этот мох уже в ванной 3 или 4 года. И за это время не очень уже такой вид у этого мха, поэтому я решила обновить. Так как это стабилизированный мох, он может стоять, не знаю, вечно, наверное. Просто вот мне захотелось обновить этот мох. Смотрится в ванной комнате очень красиво. Он как настоящий мох, мягкий, вот прям настоящий, но он стабилизированный. Отличный мох, ему не страшна влага. Он такой же зеленый, как настоящий. У меня получается здесь идет он в объеме 500 мл, около 45 грамм мха здесь. Мне этого вообще достаточно. Он я положила в кашпо, как вы можете видеть, смотрится красиво. Очень красивый, насыщенный цвет. Запах, знаете, чего запах был?
когда открыл баночку. Немного грибами, что ли, пахло. Быстро выветрился. То есть, ну, противного запаха не было. Мне даже понравился этот аромат. Брала за 390 рублей. Видела, мох этот есть еще в других цветах. У меня это зеленый, есть и в белый, и желтый, и черный, если не ошибаюсь, был цвет. В общем, на выбор разные есть варианты. Следующее, что вам покажу, это для школы. Приходит, запечатано в пакетик. Это я взяла Саше в школу подставку для книг. У меня такого плана подставки была куплена еще в свое время у Никиты. Для нас она самая удобная. Мы много подставок поменяли, брали дешевые, дорогие. Но этот вариант нам понравился больше всего. Никита его оценил, но ходит уже второй год с такой подставкой. Решила точно такую подставку и заказать. В черном цвете она пластиковая, легкая. Самое главное, что она легкая, не металлическая, так как в рюкзак и так много всего кладется книг всяких, что... Вес у рюкзаков у бедных детей так большой, поэтому решила пластику взять. Пластик, он очень хороший, можно угол наклона, у меня здесь 7 углов. Дизайн красивый, подойдет и для книг, и для учебников. Небольшая, компактная, в любой рюкзак поместится. И здесь еще имеются фиксаторы для книги, они такие достаточно надежные. И А4 формат влезет, и книги любые влезут. Качество подставки хорошее, пластик хороший, прочный. И за счет того, что конструкция, да, складная, в любой рюкзак поместится. Отличная подставка, брала за 330 рублей. На выбор есть еще другие цвета, есть яркие более варианты. То и также собирать деток в школу, если вы еще не нашли себе вариант подставки, присмотритесь, очень удобная. Проверено временем, уже говорю, у меня старший ребенок 2 года уже ходит в школу с такой. Так, следующее, что покажу, это детский гель для стирки «Ушастый нянь». Здесь в объеме мне идет 5 литров. Шел сам гель надежный, не разбитый, не пролитый, запечатанный. Он подходит с первых дней жизни, этот гель. Запах приятный, неприторный, легко выполаскивается, пенится хорошо. Отличный гель. Я вообще, кто знает «Ушастый нянь», я думаю, пользуются многие этим гелем. Сейчас, к сожалению, по ссылочке моей продажи уже нет, все раскуплено, ссылочку оставлю, вдруг появится. А так вообще на Яндекс.Маркете есть еще у других производителей, и поищите, зайдите. Следующее, что покажу, это набор для ремонта бескамерных шин называется. Это у меня муж брал себе в машину, так как у нас в машине нету запаски, как он мне сказал, ему срочно нужен вот этот вот набор на всякий случай, чтобы был, чтобы лежал. Я с ним согласна. Всякое бывает. В общем, приходит он в такой-то упаковочке, он запечатанный. В комплекте здесь идет рашпиль, как он называется, для зачистки и формирования отверстия. Шило с ушком для установки жгута, жгуты их 5 штук и клей 12 миллилитров. Набор, я считаю, тоже, что нужен, если у вас нет запаски в машине, чтобы такой лежал на всякий случай, не дай бог, надеюсь, не пригодится. В общем, такой вот набор для машины брала за 380 рублей. Так, и следующее, что вам покажу, самое дорогое, решил оставить напоследок, что мы заказали на Яндекс.Маркете, это PlayStation 5. Купили у нас даже не мы с мужем, так можно сказать, а дети у нас. Они очень долго копили, несколько лет. Я им идею подкинула, как-то вот, не знаю, сидели, они копили, не знали, на что им копить. Слава богу, они у меня умеют собирать денежку. Да, так вот я им говорю, купите себе PlayStation. Ну, просто вот сказала. И вы не поверите, они года 2, наверное, может даже год копили вместе, денежки складывали, не тратили и накопили. Мы с мужем им чуть-чуть добавили, конечно, там не хватало. И вот купили мы им PlayStation. Слушайте, мы с мужем даже играем иногда по вечерам, очень залипательно, прям так классно, интересно, мы играем на телевизоре. Пришел PlayStation в фирменной коробке большой, мы это уже благополучно все распаковали, все выкинули, играем и мы, и дети, там можно на двоих играть, очень здорово, уже дисков много накупили, я вам дальше потом как-нибудь расскажу, какие диски мы купили, и может у вас есть PlayStation, посоветуйте, может мне игры какие-то интересные. Хорошего качества, мы покупали с дисководом, меня выбирал муж, я в этом не очень сильно понимаю, то он мне долго сидел, смотрел, читал, выбирал. Вообще выбрал именно с дисковода. Если вы рассматривали вариант, берите. Вообще супер. Только не PlayStation 4, а уже берите 5 PlayStation. Именно с дисководом. В комплекте у нас получается шел PlayStation и один игровой джойстик. Очень мне понравился дизайн его. Он такой компактный, корпус консоли. Он такой тоненький, красиво смотрится. И хранилище объема у этого PlayStation идет на 1 терабайт. То есть можно игры туда загружать много прилично. Очень скоростно, прям очень быстро летает, думает, прям, слушайте, мне очень понравилось, то есть не надо ждать, отклики в игре мгновенные,
играть одно удовольствие. А можно запускать игры с очень высоким даже разрешением, с 8К и поддержкой даже виртуальной реальности. Мальчишки у нас в восторге, мы с мужем тоже остались довольны. Купили игрушку детики, играем мы с мужем иногда тоже по вечерам. Обошелся нам этот PlayStation недешево, 60 тысяч рублей, где-то так мы убрали. Сейчас ценники у кого-то выше, у кого-то ниже, везде ценники разные. Мы приставкой довольны. И так как к приставке шел один джойстик, мы второй джойстик докупали отдельно. Взяли в черном цвете, в комплекте он шел белым, взяли в черном, чтобы мальчишки могли отличить, кого чей джойстик. Мы взяли оригинальный джойстик, он не дешевый, он стоит 7000 рублей, но зато он оригинальный, и я могу не переживать за него, за его работу. Пользуется, играем уже давно, все лето, ничего с ним не случилось, все хорошо, работает. Здесь очень удобно, что есть зарядка от Type-C, и также есть бесконтактная, здесь такие датчики, можно купить подставку, что я и собираюсь купить для джойстиков. Поставить, они заряжаются, не надо ничего подключать. Работает без проблем, все хорошо. Ну вот и все, наше видео подошло к концу, надеюсь, оно вам понравилось, надеюсь, вы меня поддержите лайком, мне будет очень-очень приятно. Остались вопросы, пишите, задавайте, с удовольствием помогу и подскажу. Все ссылки в описании, в первом закрепленном комментарии и в моем телеграм-канале. Все ссылочки дублирую там. Ну и не теряйте меня, вы можете меня найти везде, на ютубе, и на дзене, и на рутюбе, вконтакте, в телеграм-канале. Все ссылки на свои соцсети я оставлю в описании, так что подписывайтесь, кому где удобнее смотреть видео, и смотрите. Надеюсь, видео было интересным и полезным для вас. Ну а я буду с вами прощаться, я вам желаю хорошего дня, отличного настроения. Берегите себя и ваших близких. Всем пока-пока. До новых встреч.